Этому городу нужен герой! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня будет новая серия Читер Патруля. Я скажу честно, я такого не ожидал. Я даже не планировал записывать это видео. Это все вышло максимально внепланово. Я просто играл в союзники и снимал другое видео. Как тут произошло нечто невероятное. Я просто не мог пройти мимо. И прямо сегодня мы, ребята, очистим стендов от этих негодников. Если вы, ребята, против софтов, обязательно прожмите лайкусик. Обязательно подпишитесь на канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, чики-бомбони, поехали! Промокодик-то хочешь? Конечно же хочешь! Окей, братишка, без проблем. Прямо сейчас я запрятал промик во всем видео. Ты смотри все видео очень внимательно, находи буквы, и когда ты эти буквы соединишь, ты получишь настоящий рабочий промик. Поэтому, братишка, смотри видео без примоток и получай свою аркану. А мы начинаем! А начиналось все так. Кента пока ни о чем не догадывался. Это была самая обычная катка в союзниках. Как тут, Кента пока решил проверить профиль своего тиммейта. Ну ладно бы только это. Потом он еще проверил профиль своего противника. И кажись, он что-то заподозрил. Давайте смотреть. Чего у него? Смотрите, что за дичь? Я даже залагал. Не, ребят, давайте без этой ерунды. Я просто хочу поиграть с этим звук, зависит, вы это слышите? Ля! Что происходит? Что за дичь? Ля, мой тиммейт уже заплантил бомбочку. Битва софтеров просто прямо сейчас на наших глазах! Один софтер играет за меня, второй софтер играет против меня! Что происходит? Все, 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 все. Вы это видели? То есть один тип бросал хаешки, а мой тип плантит бесконечно. Ля, вы посмотрите, какой себе нос он наколдовал. Братик, мы тебя отправим на банановые острова. Ты чё, падаль, ты же написал «давай без софта»! Я отвечаю, пацаны, он написал «давай без софта». Ну это просто какая-то дичь. А мой тиммейт видели? А мой тиммейт начал путить бомбочку. Ля, это просто какая-то жесть. Чё происходит, мужики? Я вообще ничего не понимаю. Какая-то полная дикуха. Они раздефьюзили! Они раздефьюзили, я отвечаю! Мать моя женщина! Что, посмотрите! О нет, о нет, о нет, не, пожалуйста, меня сейчас крашит. Пожалуйста, не краш, не краш, не краш! Оу! Да, достаньте вы! Ля, дядь, ты чё? Да, ребята, моего тиммейта крашнуло. А знаете, что это означает? А это означает то, что сейчас мы проиграем в нулину. Смотрите, он сразу плентит и сразу дефьюзит. Как он плентит прям тут? Блин, я сейчас на них пожалуюсь. Я пожалуюсь на софт. Это просто трындец. Не, я такое не видел. Я отвечу, я такое вижу впервые в жизни. Один софтер за мою команду. Один софтер за противоположную команду. Так. Ля, мой тиммейт дефьюзит. Мой тиммейт раздефьюзил. Вы это видели? Мой тиммейт раздефьюзил! Ха-ха-ха! Я даже мой тиммейта не вижу, чтобы понимали. Так, счет 3-5, смотрите, еще один заплатит, второй раздефьюзит. Отвечаю. Мы сейчас, скорее всего, возьмем этот раунд, возможно, же выиграем каточку. Но я осуждаю, ребят, софт. Софт это плохо. В любом случае, мы их двоих забаним. Не понял. А что происходит? Так. Че за дичь? Все? Началась обычная, нормальная игра? Не может быть. А, у него еще есть граффити, ветеран 2023 года. Обалдеть. Так, ребят, ну вроде бы как, сейчас все хорошо. Мы можем наконец-таки спокойно, нормально поиграть. Все. Ты что тут делаешь? Игра что началась? Ты софтер вонючий. А что делает мой тиммейт? Ля. А что делает мой тиммейт? А я своего тиммейта даже не вижу, понимаете? Я за ним даже наблюдать не могу. Мой тиммейт просто сделал себя невидимым. Он раздефьюзил! Мой тиммейт раздефьюзил! Он ждал, пока не заплентят, и он раздефьюзил. Это просто какой-то трэш! Я просто хотел поиграть в союзники, и мы с ними не в пати! Все, раздефьюзил? Он что, уже раздефьюзил? Дядь, ты раздефьюзил? 5-5! Ахаха! Блин, ребят, ну я говорю сразу, я это осуждаю, я против этого! Это рандомно попалось!
Мама дорогая, что происходит? Смотрите, мой тиммейт дефьюзит, а противник плентит. Я просто в шоках. Давайте посмотрим на их профили. Мне аж интересно стало, что у них по профилям. Чекаем. Обалдеть. Просто чекайте, сразу понятно, что это софтверы 3 часа онлайна. А теперь давайте посмотрим на этого типа. Ну, у этого типа 20 часов онлайна. Ого, такой аккаунт уже жалко и банить. Ты не в курсе? Ты до сих пор не знаешь, что на булдропчике вышел булпасик, при помощи которого ты можешь получить все эти скинчики, ты можешь получить все ножички и кучу халявной голдишки. Не знаешь, братишка? Тогда смотри, закрепленный комментарий, там есть халявная голдишка по моему промику. И помимо всего этого, залетай на булдропчик и выбивай топовый дроп. А мы продолжаем дальше. Так, ну что, пацаны, все. А, все, мы выиграли? Ля, у меня 0 киллов. Не-не-не-не, ребята, взлом эту игру крашут. О нет, у меня все лагает, эмулятор лагает, очень сильно лагает игра, очень сильно лагает игра. Нет, пожалуйста. Нет. Я не могу двигаться, меня еще крашнет. Игра залагала. Игру сломали, ребята. У меня 2 FPS сейчас. У меня кнопки не работают. Они игру сломали. Вот это я понимаю. Бан обоих. Вы что, падальщики, вы что сделали? Они игру крашнули. Они игру крашнули! Вы вообще там в своем уме? Головой-то думаете? Не, ребят, я просто в шоках! Я хочу нормально поиграть! Я осуждаю это, в любом случае придется забанить. Блин, это просто что-то нереальное. Так, я захожу и надеюсь... счет 7-5 до сих пор, прикиньте, счет 7-5. А зато моего тиммейта не крашило. А мой тиммейт обратно невидимый. Чекайте. Мой тиммейт обратно невидимый. Как только они заплатят бомбочку, мой тиммейт сразу ее раздефьюзит, и мы победим. И наконец-таки закончится этот дурдом. Блин, ребят, больше. Смотрите, сейчас заплатит, а мой тиммейт раздефьюзит. Чекайте. Дефьюз. Чё он не раздефьюзил? Ой-ой-ой-ой-ой, я чё-то вообще ничего не выкупаю. Я вас ненавижу, софтеры, вы мне жизнь испортили, говнюки. Не, дядь, ну пожалуйста, давайте просто нормально поиграем, просто отрубайте. Отрубайте, вы уже понимаете, вы уже бан получаете 100%. Да вы надоели, какие же за 3 хп. Еще с АКР и Digital Burst, ты слышишь, ты вообще там нормальный? Ты там вообще нормальный? Не, ребят, я, конечно, все понимаю. Но за это они получат бан. Мы это осуждаем. Это просто какой-то чит-патруль в режиме реального времени. И счет 7-7. И знаете, что сейчас будет? И, конечно же, мы прямо сейчас проиграем. 5 minutes later. А. Ого, отстань! Ляску, он хаешек-то бросил! Мать моя женщина! А, все? Мы победили, все? Фух, вот это потная каточка. Вот это я вспотел, ребята. Нормально, нормально. Ребята, нормально ты играл. Говорит, в киберспорте пропишут, попытки были. Фух. Это было очень плотно, каточка. Еле затащил, мужики. Фух, это было тяжело, но мы это сделали. Плюс 15. Ха-ха-ха. Легчайшая для величайшего. Ребят, прожмите лайк, если вы против софта. Потому что я максимально против. А вы слышите звук бомбочки до сих пор? Звук. Ля, звук до сих пор идет. А что игра зависла? О. Ты пишешь с 8 марта, брат. Не брат ты мне. Ты как софт удалишь, там будешь братом, понял? Пока ты мне не брат. Ну и как вы видите, ребята, ваш мастер стал голдом 4. А знаете почему? Потому что очень много софтов. Но есть и хорошие новости, то что они все будут, конечно же, забанены. Что понимали, я прямо сейчас покажу историю матчей. Уже половину всех читеров забанили. Посмотрите, это мои последние каточки в ММ. И знаете что? Абсолютно в каждой каточке есть софт. Посмотрите, я не шучу. Я из 10 каток сыграл 8 софтом. А вот эта катка, то тоже был софт, просто он не спалился, его не забанили. Но я очень сильно надеюсь, что после просмотра данного ролика разработчики тоже забанят этого типа. Посмотрите на его профиль. То есть абсолютно в каждой каточке мне попадался софт. Что же надо делать, чтобы забанить софта? Первое, ребята, вам надо на него пожаловаться. То есть вы прям в игре нажимаете кнопочку пожаловаться. Это первое. Во-вторых, вам надо снять все на видео. И в-третьих, вы просто отправляете все это разработчикам. И потом вам, по идее, возвращают МР и их банят.
Но, к сожалению, в последнее время этих сортов очень много. Настолько много, что они есть абсолютно в каждой каточке. Вот одна катка из 10. Из 10! Я не шучу, из 10! В которой не было софта. Поэтому, уважаемые разработчики, я вас очень сильно люблю. Я очень надеюсь, то, что вы сможете исправить эту ситуацию. Ну, а вы, мои уважаемые подписчики, обязательно отправляйте жалобы на этих вонючих, чтобы их всех забанили. И навсегда жалуйтесь на них в игре. Снимайте видео и отправляйте это разработчикам. Потому что все софтеры должны жить на банановых островах. С вас лайк, подписка. С вами был ваш Кентуха. С вас лайкусик. Хороший комментарий. Подписочка на YouTube и на телегу. Всем удачки. Всем пока.